Добро пожаловать, герой. Если что, ты кислотную подержишь немного. Не умрешь. Хурюк, ты в Дискорде? Нет, он не в Дискорде. А зачем тогда права дали? Не знаю. Блять, блять, нурик, блять, где? В смысле? Масло есть? Масло? Да. Это последняя, кстати, моя на маску, по-моему, там была. Нет, там два. А, ну ничего страшного. Там каску вместо кулака. А, блять, кулак. Каска хуёвая. Каска 8%. Ну 8%, там 2% не страшно, я думаю, в десятке. Кулак больше... Ну, не знаю. Вот столько бы хп у этих боссов взломай. Блять. Да блять! Мне отойти нужно будет после этого босса. Надолго? Пять. Может даже на 10. И на боб. Выйдешь тогда с инста, тогда другого ДК возьму похилить. Другого ДК возьмешь похилить? ДК похилить? Арину возьму. Геру. Гера. Бать, у меня звездный огонь, 1.3 кастуется, нихуя есть. С хаспотом там вообще надо... У меня ледяная стрела 0.9 кастуется, что ты хочешь, блять? Снимешь сам себя? Ой, там надо будет подойти. Блять, нормально, что всегда... Грилит, сам подойти, потому что не разговариваешь. Лужа. Вы видите, что может. Идите из-под лиц. Керус. Чего? Прям в рот ему смотрит. Там что-то... А, Гридит замёрз. Да, Гридит, он... Да, он замёрз, он ещё возле лужи стал, ебать! Я БР дам, если что. Режу. Да, оверхильте просто, там лужи нету. А, всё, ушла? Ничего. Ну, как тогда? Переводим тупо, ну, сразу. Четыре стороны, они вместе в одну. Да, также переведем сейчас. Только без Геры, как мы это сделаем? Ну, наверное, он придет к этому моменту. Он же сказал на 5 минут. Ну, видимо, кого-то из нас. Кому ничего не надо, соста, тот и выйдет. Алло. Что кому-то надо? Мне крит-хаст плащ нужен, ебал. Больше что-то я не вырубил. Ну, там... Не знаю. Я заметил, что локи всегда хорошо рулят вещи любые. Это был тих перед ролом. Не, можно, конечно, что-то такое промутить, да? ЖБ на фон. Хотя я не буду. А чё мне группу? Вот давай мне ДДшные вот эти закидывай с хостой пояс, вот этот пособираю ДДшные. А чё, где я групповой же хотел поставить, сейчас после этого группу поставлю. Потом как буду дамажить 20к, нахуй. Там надо этот собрать, 4Т4, и там уже 12к минимум будет. Угу. Если Т-шки есть, самое главное. За Т-шками ещё ходить надо, блин.
Ну, это да. Если тебе 800... Ладно, я похилю, можешь в рейде оставаться. Не, можешь не уходить. Экон, ты уже ушел? Запускайся тогда. Мы в дискорде уже нет, знаешь, уж. Мы будем в 9 ил. Ну, наверное, к ласту придет. РЧ дай. Пусть никто не отошел. Кто второй хил? Я. Страшно. Иди в жопу. Все, все тут. В смысле страшно? Выпускайте. Все здесь. Ты ману отрегень. Да так, норм. Закинем уину. Должен. Да все должен. Ну, он всегда успевал вроде стаки забрать. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Тут ДПС еще поменьше был. Вот это еще Эрдруты 10 как-то сомнительно работает, пиздец. Рита поменьше. Вроде 2% написано, за каждый такт может перейти, но переходит там раз в 200 тактов. Типа часто проб? Или нихуя не прок. Не прок. Ну, два. Не прокает, я не вижу. А, вот прокает. Не, нормально. Не на боссе не прокает, точнее, на боссе не прокает. Бля, у нас сейчас получается меликов больше. Да ничего. МК можешь грелит удавать уже. Блять, затупи. Я ему только дырку, а он сразу побежал. Бля, мне эта баба сейчас пас собьет. ГГ. Похили меня, я не успею. У меня КД. Все, спасибо. В бабу-то убейте. Ну, не знаю. Он касты кикает. На вулкан не кикнет касты, пизда нам. Убейте интернал. Вулкан надо убить быстрее. Блядь, мне эти штаны упадут когда-нибудь отсюда? Зачем эти штаны? Боешные, купи, которые крафтовые, точнее. А где они там? Есть крафтовые? Конечно, кожаные, крафтовые есть. 264. 12 саранита или сколько? Не, нет, 8 всего ДСов. Все, Дима в ступоре нахуй. Так, 8 ДСов, 2 почки, это сколько? Считаю. Да, считаю. Да ты ебанулся, это дохуя, ну. Да. Ну, смотри, партнер же. А там же партнер же дели разве кольчужные делаются? Там вроде в этом он. Кольчужные? Нет.
кожаные, в кожевничестве же вроде. В кожевке, наверное, кожаные. Офигеть, там какие жесткие. Ой, это... Ноги критхастовые, я тоже такие хочу. Покажи. Смотри, какие там. Экон, заходи, да, все. Все, я спекусь обратно в салон. А, ноги нахуй. Ой-ой-ой, там такие сочные они. Слышь, Норик, такие же по ножу паутины смерти, по характеристикам с 25-ки с туклопуза, по-моему. Там ноги есть, я знаю, вот. А, точнее, ступни есть, ноги хз, есть там нет. Ну все, болт тогда, сразу Алису. Можете никого не банить, мастер дарить просто. Гоу. Давайте у нас 10 минут еще. Иннер кинь, пожалуйста, Кирос. Вообще маны не. Ну, спасибо. Масфер есть какой-нибудь? А, блядь, 40 секунд. Не, ну нафиг не делай, на вас там оставим масфер. Там Энх у вас и Ретрик, смотрите. Рога еще. Ну и Рога еще, да. Нихуя себе опасно. По Ретрику. У него крылья, кстати, заберешь? Смотри, забрал. Я его ветер поднял, забирай. А ты ветрак можешь забрать? А хули нет. Я реально нахуй. Я же могу и шипнуть, и спиздить все. Заебал уже меня. Заебись. Ааа, бежали нахуй. Там еще ходки поснимать. Вкусные такие. Танко, не хочешь паралич с меня снять? Не показывает вот это? Не лень. Сука. Я же знаю просто, что у него показывает. И стою и смотрю на таймер, а он не опускается никак. Что-то интересное. А чё припошен Details Керус использует припот? О, на сову заберу. Ты чё, реально сову решил делать? Да, ты ёбнулся? Да. Мистер Дру. Не сделаешь, блядь, пиздик. Не сделаешь ты его, блядь. Один кошку, другой сову, блядь. Меня. Медведя сделал. Пистолет. Сову сделал. Ой, сову. Четвертый этот покупай себе и делай сову базара, нет? Мистер Дру. Чё есть кто тут? Четвёртый спек. Не, я сейчас на хелюзер, да, сову. Потом скажет Керус, прыгай в ретру. Так у меня сова. Гоу-гоу-гоу, у нас 20 минут. Да. На пульт хорошеч? Ну я на пульт. МК больше по мне. Пойдешься, я прожался. Ебать. Дубовую жми. Я нажал уже сразу, как увидел. Ебать. Мена. Если я даже БР буду рад. Что, белую взяли все? Блять.
Нечестно, блядь. На меня Трикси кинул и убил меня. Черную взяли. А на Кирусу сальву дали еще, ну пиздец. Сальву? На Кирусу? Да. Нет. На меня главное ты этот кидаешь на пол, а на Кируса сальву кидаете. Какой на пол на тебя? Какую сальву? Да, блядь, что-то успокойся, чё? Чё такие напряжённые? Кидываю на пол. Норик, не делай рожек. Рожек не делай, а то пиздец. А, выгребешь. Рожек не делай, а то не выгребешь, блядь. Такие все серьезные стали. Ну. Пиздец. Нихуя себе мне прёт, я две сферы вырулил, нахуй. Ого, ценник на них видел? Даже Грилли-то до его ногтя не доходит еще. С его урона. Там 780 голды сейчас. Ему бы стоп не поменять, у него 232 до сих пор, и он вообще жесткий будет. А вместо этого сердце грома что-нибудь поставить. Можно объект или талик какой-нибудь крутой. Вон какой арканавт бери. Кого? А кстати, ему четко смотрелось бы. Эмблема зеркального. А, эмблема? Да. Ну это копери, блять. А не, не копери, это копыта. А сколько в Дестрике хосты нужно? А меньше, чем у мага должно быть. 1000 где-то, да? Ну, и он еще камни на хаст поставил, думаю, много хосты нужно. А 800 плюс всего? А? Мне для идеала вообще 1400 надо, но это пиздец. У меня сейчас 1200 все. Че, мы переведем за Геру? Конечно. Мы? У нас ДПС сейчас как много, как никогда. Ну, если Хорюк, конечно, нам этот. Хорюк, да. Ты здесь? У меня десятку трояли. Давай. А че вот ты этот простаз сделал? А БДК, ну, БДК не нравится? Ну, я не знаю, просто некоторые камни у него К на РПБ стоят, потом на силу стоят. Там на мастерство, ебать. Определиться не можешь? Поделись, кто ты. Воин. Кто твой? Охуеть! У него только 2Т4. Или не, это бать, даже... у него запы, параши. Запястье вообще, да. 2Т10 взял. А у тебя, кстати, этот, если ты на фросте, хотя... У него... Шея есть кильдонаса, он туда как камень хуярит, мне прям больно. Тебе не было лень фармить месяц кильдонас, зато один там сердолик выебать, тебе жалко стало. Ладно. Один шакл, я корни дам. Или птанку даст, короче. Разберемся. Да. И ВБ тут, подожди, он идет только. Ай. Грипните сферу поджигу. 2. 1. Чем сферу? Гера? Одного мама здесь. Подвел. Ты чё, мы его залить должны были? Это на третьей фазе только. Это на третьей фазе же всегда было, залить его. Там потом 6 мобов, мы и расконтролим их, типа. Этого залить надо. Давай я помогу. Второго давай. Сейчас его. Давайте, взрыва не успеваем еще. Этого моба залить, одного шаку сейчас нормально. Сейчас можешь эфир давать мобу второму. Этого залить надо, который здесь. Ладно, я корни сдал, нормально. Халява, я думаю. Намазано. И вы бы сейчас другому шаку дашь, потому что я этому корни сейчас обновлю просто.
это не все. А в другом районе на всякий. Блять, он кастует, пидорас. Да что я не могу сбить ему? Киньте рекламу. Интересненько. Чё, да он заебал этот ловкость, ну, ну вот реально. Опять на ловкость? Да, блядь. Это не смешно даже, да? Никогда, походу, плащ не получу. Ты реально? Я собаку скипнул, ёбаный в рот. Ты собаку скипнул? Да, я скипал трофейки эти, ебаные. О, молодец. Молодец. Сокрушитель. Так скиньте рекаун, пожалуйста. Да скину же. Да, блядь, у меня тут чат пролетел. Сейчас, еще раз. Я сам. Да в гильдию скинь, так легче. А тут чат летит вашими, нужно, не нужно. Я кинул? Нет. А вот именно ты кинул, вот, смотри. Во. Пойдет. Падает на ловкость, блядь, ты все. Кому-то надо на ловкость? Кстати, на БТК на ловкость нормально. Ну давайте возьму, если никому не надо. Да, да, никому уже. Там за УД, наверное, получше будет, но этот нормальный. Кожевничество, кожевничество. Так. Дорогу нахуй. Я вообще ничего не выиграл, найс. Я тоже ничего не выиграл, хотя я, блядь, убил вроде. Нет, я... Дайте, что-то никому не нужно.